Есть, товарищи, добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня будем готовить перец, не такой маленький, как у меня на рубашке, а будем готовить настоящий здоровый фаршированный перец. Возьмем рыбу, перчик мы будем фаршировать с рыбой. Берем рыбку, зарезаем сюда, снимаем с кожи филет, затем это сделаем. Это кусок, который нам и остался. Кожу бросаем, и тут мы включаем плиту, нальем немного оливкового масла, возьмем один лук, это очень важно, порежем его мелко. Если вы, конечно, хотите обогатить это блюдо, вы можете добавить сюда и морковку. Немножко посолим наш лук. Рыбу, в принципе, особо резать не надо, она и так развалится. Поэтому это сделаем такие куски. Я добавлю немного хамона. Я люблю немножко этот укус. Сейчас я то добавим все сюда. Рыбу, конечно, не забывайте, да, посолите. Добавим немножко лимона, добавим немного шампиньонов. Я возьму такой маленький ножик. Это все почистим. Так, мы вытащим это. Возьмем один зеленый, один красный, один желтый. Блюдо называется фаршированный светофор. Сейчас мы сюда добавим немного шампиньонов, промешаем. Ну, как-то с рыбом розмарин всегда можно добавить. Добавим немного чеснока, рыба, как-то чеснок. Очень хорошо читается, мне этот вариант очень нравится. Масло не желайте. Сейчас добавим немного петрушки. Нету лучшей комбинации у миру от чеснока, шампиньонов, бекона или тихамона на оливковом масле. Это просто чудо. Розмаринчик мы уже заароматизировали все это. Возьмем, бросим. Затем сюда добавьте рыбу и замоченный рис. Немножко так смешайте. Пока это все обжаривается, возьмете кастрюлю, где это все будете делать. Возьмете, например, помидорчик. Свободно бросите его вниз на кастрюлю. Всю эту оставшуюся зелень добавите потом, когда будем варить перец. Получится такой замечательный ароматный бульончик. Берем томатную пасту. Добавим тоже сюда, потому что сейчас у нас будет вариться перец внутри. Уже вы привыкли, что у меня чеснока не хватает. Так что я добавлю еще немножко. Сейчас это смешаем по-хорошему, по-быстрому. Выключаем плиту. Убираем это все немножко, да прохладает. И сейчас я возьму одну ложку. Возьму перчик, положу сюда. Затем красненький нафашируем. Зелененький. И как мы это все сюда положили, тут можно это все закрыть, например, помидором. Но желательно, чтобы это все было закрыто. Уже очень красиво смотрится. И сейчас мы сюда добавим всю эту массу, которой мы фаршировали наш перец. Мы ничего не бросаем. У нас экономно жизни. Если вам и случайно осталось помидорчика, просто его порежьте. Тут можно только блюдо улучшить, никак его не испортить. Можно добавить лук, например, все, которое осталось. Сюда мы добавим воду. Так, чтобы почти было до верха. Посолите бульончик. И сейчас мы наш перчик положим в духовку на 200 градусов, где-то примерно 45-60 минут, пока не дойдет наш рис. Уже прошло где-то примерно минут 60. Пар из духовки ушел. Вытаскиваем наш перчик. Пока немножко перец остынет, возьму немного чеснока. Возьмем, о, такая у нас хорошая ложка. Аккуратно вытащим наш перчик. Обязательно, товарищи, возьмите этот сок и прелите этот перчик. И все это можем очень легко да украсим кудрявые петрушки. Обязательно накрутим немножко перца, чесночек добавьте. Мне что остается? Пожелать вам приятного аппетита. Тренируйтесь, учитесь. С вами были Серж Маркович и ТВ Джем на кухне Taste of Russia. Спасибо вам и до свидания.